На манеже Гомельского державного цирка стартовала новая шоу-программа «Цирк Никулина и белые тигры». Глядачов чекают захопляльное выступление жонглеров, гимнастов и акробатов, нумары с дрессированными живелами. Разыночка программы – аттракцион «Мой тотем» с уделом редких экзотичных драпежников – белых бенгальских тигров. Вероника Ворошилина одной из первых убачила яскравое цирковое действо. Уникальный реквизит, якостная дрессура и невероятные трюки. Блескучие артисты легендарного цирка Никулина у Гомель привезли яскравую шоу-программу. На манеже гомельского цирка складанные трюки в выконании поветерных гимнастов, смелые сальты и скачки акробатов, оригинальное групповое выступление жонглеров на вышине. На протягу усяго представления веселый клоун забавляет публику комичными репризами. У центра же яскравого циркового действа дрессированные живелы, потешные собаки, коты и голубы. Гэтые кемлевые и старанные артисты от души повеселят глядачоў своими уникальными махчимостями и талентами. Разыночка программы – аттракцион «Мой тотем» с уделом белых бенгальских тигров. На манеже одразу 6 редких экзотичных драпежников, 2 хлопчики и 4 девчонки. Это совсем молодые и энергичные артисты во возрасте от 1,5 до 2 годов. Скачки, пируэты и иншие видовищные трюки они выконывают под керавництвом своих дрессировщиков. Лауреатов международных конкурсов Алисы Нестеровой и Алексея Поручаева. Алиса – продолжальник ведомой цирковой династии у 4-м поколении. А ее полосатые годованцы – нащадки заслуженных цирковых живел старейшего состава. Аттракцион «Мой тотем» – это история про сябровство людей и белых тигров. Дрессировщики признаются, для их это экзотичные драпежники – частка семьи. У каждого своя мянушка – Еромей, кот, Анфиса, Марта, Берта и Лиза. А еще у каждого годованца свой характер и звычки. Часом тигры поводят себе, как соправдные дети, любят баловаться, капризничать и крыудиться. А тому до кожного из их потребен индивидуальный подход. Рысы характеров и особистые уникальные якости тигров обовязково уличиваются при подрыхтовце труков. У всех разные характеры, они все разные абсолютно. Кто-то очень такой настырный, кто-то наоборот предлагает что-то сам делать. Где-то наказал, они обиделись. Они очень обидчивые, очень такие... И к ним реально относятся как к детям. У них очень много прыжков, они очень сами по себе очень много любят прыгать, и поэтому сделана эта упор очень. У нас кто-то есть более легкий по своей форме, кто-то прыгает через верх. Подбираем по конституции тела даже больше так, кому что удобнее делать. У нас и пируэт есть, у нас красивый веер есть, когда они идут, перестраиваются, подстраиваются. У нас ковер – это когда они все вшестером лежат, и мы вместе с ними. Это такие как бы трюки, из, можно сказать, из их природы. Новая шоу-программа «Цирк Никулина и белые тигры» у Гомеля протягнется до 15 красовика. Российские артисты, несомненно, подарят глядачам самые щирые, яркие и незабывные уражения и эмоции. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».